пане Ігоре, в Україні, ну, я не буду казати, це ейфорія, але всі вдячні, задоволені і раді з того, що леопарди все ж таки через уже якийсь термін часу, але точно з'являться в рядах ЗСУ для того, щоб боронити нашу землю. Яка реакція у німецькому суспільстві? Сьогодні вони так само, як і ми, почули, що Олаф Шольц каже, ми передаємо танки. Ну, как бы это было решение совсем не неожиданное, а вполне ожидаемое. К этому делу шло уже достаточно давно. И, собственно, Олаф Шольц давно говорил, что готов давать танки, только вместе с партнерами, с другими странами НАТО. Но как-то партнеры все говорили, иди-ка ты вперед, а мы чуть постоим, подождем. Вот когда они все договорились, собственно, основные страны НАТО, американцы, британцы, немцы и другие страны, что они готовы поставлять свои танки, да, французы, то, собственно, это и все и произошло. Так что, что называется, все казалось к лучшему даже, что немцы так раскачали, собственно, другие страны НАТО, что в результате было принято решение параллельно фактически в самых, ну, всех крупных стран НАТО, и даже, кстати, не такие крупные страны, типа Норвегии, Нидерландов, Швеции, правда, она не страна НАТО, Финляндии, которая тоже только вступает, они тоже хотят, не хотят, уже приняли фактически решение передачи леопардов. Германия, естественно, препятствовать не будет, и в результате, я думаю, Украина получит достаточно много танков, пока разные есть подсчеты, там от нескольких десятков до нескольких сотен, но нескольких сотен, конечно, в более долгосрочной перспективе, потому что просто нет таких технических возможностей. Сейчас, я думаю, страна сразу дает столько танков. Але ж процесс пішов, правильно, пане Ігоре? Процес пішов. Да. І розуміння того, що можна, є. Так. Да, и это самое главное, что именно главное – это динамика. Мы видим динамику, что западные страны, вообще как бы страны свободного мира, они наращивают давление на Россию всестороннее, в том числе и в форме поддержки Украины, украинской армии. Мы все помним, да, 24 февраля было такое ощущение, что вот чуть ли не вот как бы нас предали всех, да, что где помощь, где поддержка и так далее. Они как бы раскачиваются постепенно и постепенно усиливают. Усиливают поддержку, усиливают санкции, усиливают давление, но процесс этот абсолютно неотвратим. Это процесс, что называется, крот истории роет медленно, но роет. То есть ситуацию обернуть назад и вспять невозможно. И даже приостановить как-то, затормозить. Нас же все время пугают российские пропагандисты и некоторые люди как бы независимые, но, видимо, которые манипулируют Москва. Что вот, там все, значит, американцы предали, немцы предали, они ничего не дадут, они ничего не хотят. Все это чепуха, они дадут и хотят. Они просто не столь, что называется, расторопны, как нам бы хотелось. Они все-таки люди европейской, западной политической культуры. Здесь ничего быстро не делается, решения быстро не принимаются. Это никакие, даже в быту. Все должно быть сначала просчитано, риски рассчитаны, что и риски надо минимизировать. А чем плавнее душат сейчас Кремль, душат сейчас Путина, тем меньше рисков, что он наделает каких-нибудь глупостей, совершит какие-нибудь непоправимые злодеи, еще большие злодейства, да, там за ядерную бомбу. Ну, мы знаем, что есть такие спостережения, что в немецком суспільстві Путіна сприймають як людину зовсім недалекоглядну і не зовсім адекватну, тому що він зруйнував по факту дружбу оцю, да, хоча б і бізнесову, між Німеччиною і Російською Федерацією. Німці говорять, ну це треба бути несповна розуму, щоб втратити такого партнера, як ми, і просто, ну, і ще й світ наразити на небезпеку. Пане Ігоре, все ж таки про суспільство німецьке. Ми знаємо, що там і наративи є сильні російські, і лобі там якісь певні їхні є. Тим не менш, як народ відреагував? Ви кажете, що сприйняли, ну, як даність. Але все ж таки, що пишуть там німецькі видання, про що говорять на кухнях? Розкажіть нам про це, будь ласка. Для нас це важливо, бо ми знаємо, що є певні дослідження, де німці, ну, наполовину, да, ну, там, 40% кажуть, передавайте, а решта кажуть, ну, давайте, може, не будемо. От, поясніть нам процеси в німецькому саме суспільстві, його реакції.
Ну, скажем так, и в политике, и в СМИ, и в обществе вот такой мейнстрим, то есть основная линия, основные партии, которые наиболее влиятельны, получают голоса в наибольшей степени, причем не только партии коалиции, социал-демократы, зеленые и свободные демократы, но и оппозиция, крестьянские демократы. Они, конечно, за передачу танков и другого оружия наступательного. Надо сказать, социал-демократы долго тут тормозили, и даже бывший министр обороны, она ведь не зря ушла перед этим решением, она не хотела этого. Бывший министр обороны. Значит, почему? Она, кстати, не хотела, я не думаю, что она агент Кремля. Есть такие сильно пацифистские настроения, что в любом случае не лезть никак, не лезть ни в какую войну, наша хата с краю. Мы, значит, так далее. Вот она из таких была. Но, да, но тем не менее и социал-демократы тоже перешли к этой позиции. Они как бы ну, за поддержку Украины, за поставки оружия и прочее, прочее. И есть маргинальная часть политического спектра, маргинальная часть общества, маргинальная часть такой, значит, квазиэлиты. Да, это ультраправые, ультралевые, то есть партия Альтернатив Фюр Дойчланд, партия Делинке, значит, конспирологи, это очень распространенный тренд, это люди, которые помешаны на теории заговоров, и они, значит, тут бесновались в Берлине, по-другому не скажешь, когда был коронавирус, и соответствующие меры были карантинные, они тут чуть не пытались штурмовать Рейхстаг. То есть вот эти, значит, так называемые кверденкеры, есть еще такие рейхсбюргеры, которые живут до сих пор в Германской империи. Вот эта часть маргинальная, она в значительной степени поддерживает Путина и всячески как бы пытается помешать здоровой основной части общества помогать Украине. Тут и проходят и демонстрации соответствующие, и в Берлине, я вам скажу, даже недалеко от дома есть надписи на немецком, естественно, «Это не моя война». Это намек на то, что нам не надо туда лезть, туда соваться. Ну, вот. И, собственно, когда вот идет вот эта, значит, половина на половину, половина или чуть больше половины за поставки танков чуть меньше против поставки танков, это всего в обществе. Но это включая те 15-20% маргиналов. Вот эти маргиналы, они, соответственно, в основном за Россию, за, значит, путинскую агрессию. А если брать основную часть общества, которая, собственно, и определяет политику государства, она, естественно, в подавляющем большинстве против Путина и поддержку Украины. То же самое и со СМИ. Нормальные основные СМИ, любые, там, Шпигель, там, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt, кто угодно, они, конечно, за Украину. И даже бульварная Bild, потому что она все-таки из того же концерна Шпрингера, это серьезная издательская империя. Если мы возьмем какие-то маргинальные газеты, там, Neues Deutschland, например, Левацкая, они будут такую, про они не будут впрямую говорить, там, мы за Путина, нет. Они будут такую хитрую политику проводить, что да, конечно, это агрессия, и нельзя было решать вопросы таким военным путем, но это с одной стороны, с другой стороны, нам не надо туда лезть, мы там виноваты за войну, это не наше дело, но в таком духе. Пане Ігоре, маємо не так багато ефірного часу, але хочеться почути ваш коментар стосовно самого канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він провів оцю хитру політику, чи це так склалося, чи це був справді він очікував цю коаліцію, чи він їх сам всіх підштовхнув це зробити, а по факту і американці ж доєдналися. Оце що важливо, і Абрамси так само ж з'являться на європейському континенті у форматі вже ЗСУ з часом. Пане Ігоре, Олаф Шольц. Олаф Шольц, он прежде всего очень осторожный политик. Немцы вообще, люди, современные немцы, не те, конечно, которые были вояками в свое время, им там сильно по башке надавали в Первую и Вторую войну, и у них как-то эта воинственность резко снизилась. Степень, значит, тестостерона в крови резко снизился. И они люди осторожны в целом. И Шольц очень осторожный человек. Он, конечно, целиком и полностью на стороне Украины. Он об этом говорил сразу же после начала вот этого широкомасштабного вторжения 25, по-моему, или 26 февраля, когда выступал в Бундестаге. Он тогда прямо сказал, что все, значит, мы меняем кардинально курс, все шашни с Путиным закончились, это наши враги, мы им ничем не обязаны за Вторую мировую войну, мы будем против них бороться, противостоять.
Это как бы общая линия. А он прямую говорит, что нужно, что Россия должна проиграть эту войну, потерпеть поражение, мы должны помогать Украине выиграть. То есть всего тут вопросов нет, с одной стороны. С другой стороны, о неких тактических или конкретных действиях. Да? Здесь он проявляет крайнюю осторожность в каждом движении своем. Каждое движение 100 раз должно быть выверено, 100 раз согласовано и с своей партией, с партнерами по коалиции, и с союзниками. И ни в коем случае Германия не должна быть как-то выделиться среди своих союзников, что она наиболее там больше всех помогает Украине. То есть если Джонсон наоборот это на этом карьеру делал, фактически пиар себе, что он тут главный помощник Украины, что в общем-то в значительной степени пиаром было, надо сказать. Да, не те же танков он не поставлял почему-то. Вот только после его ухода стали поставлять британцы танки. Но тем не менее он пиарил себя так. То в Британии это, видимо, проходило. В Германии другая политическая культура. Они ни в коем случае не любят, чтобы там выделяться, куда-то лезть вперед батьки в пекло и прочее, прочее. Поэтому он тщательно всегда пытается как бы идти за спиной американцев. Вот, вот американцы, он же давно уже говорит, а чего ко мне пристали? Вот вы поставьте танки, тогда я тоже буду поставлять. Какие проблемы? Так же так и случилось, собственно. Он никого не обманывал. То есть никакого-то хит... Я не являюсь его поклонником, он совершенно не моего типа политик, такой бухгалтер, да, не зажигает абсолютно. И он, кстати, теряет популярность в Германии стремительно, именно из-за, в основном, во многом из-за отсутствия харизматичности, из-за своей уж слишком большой осторожности. Вот, граничные строгости. Так вот, значит, и он так типа, знаете, как вот подростки, да, дерутся, да, или какая-то компания сталкивается, они говорят, кто там самый крутой, ну выйди. Все стоят, ну, переминаются. Надо, что, ну, Байден, давай, вперед, ты же самый крутой, ты в Америку вперед, это как классные, крутые, а Байден, может, ты все-таки сначала, у нас там сложные танки, у вас попроще, давай уже ты свои. И, в общем, они так-то вот переминались с ноги на ногу несколько месяцев, но закончилось тем, что американцы все-таки согласовали эту тему, и Шольцу стало проще, что называется, вместе с американцами, вместе с союзниками сделать этот шаг. Вот, собственно, вот и все, что и произошло. Ну, ми йому все-таки вдячні і загалом в Німеччині, як уряду, так і народові за цю підтримку. Це справді вона максимальна. І там же ще кількість зброї, зрештою, додали і мільярд нам виділяють. Ну, тобто, кажучи, німці великі молодці, філінданк їм за це. І вам, пане Ігоре, також дякую за те, що долучалися до нашого ефіру.